Здравствуйте, вас приветствует канал SPVComp. Хочу показать, как настроить эмулятор PC SX2 для того, чтобы поиграть в игру Smash Cars. Разбейте автомобили. Так можно перевести ее. Эмулятор можно скачать с нашего сайта по ссылке, которую я оставлю в описании видео. Вот по этой. Я себе уже ее скачал и приступаю к разархивации. Корень диска C. Ссылка на бесплатные архиваторы будет в описании. Запускаем. Выбираем язык. Применить. Далее. Будем на старом плагине настраивать. Здесь так. Вставляем OpenGL. Я поставлю на четверку, будет тормозить, делать меньше. Но не должно быть проблем. Игра отлично эмулируется. Геймпад. Играю на клавиатуре, поэтому сначала мышкой кликаю кнопку L1, теперь на клавиатуре нажимаю эту клавишу, что станет L1. Так по аналогии настраиваем весь геймпад. Те, кто предпочитает играть при помощи настоящего джойстика, могут посмотреть видео о том, как его настроить. Ссылка на видео будет в описании. Заканчиваем настраивать. Старт. Select. Применить ОК. Звук остается по умолчанию. Играю при помощи ISO-образов. Это удобно и быстро. Выбираю Linux ISO. Если у вас есть настоящий DVD, то можете посмотреть видео о том, как запускать игры на этом эмуляторе при помощи DVD-дисков. Ссылка будет в описании. Все остальное по умолчанию. Япония 2000. Универсальный BIOS, который следует выбрать. Ставим галочку «Всегда спрашивать». Настройка эмуляции. Отключаем преднастройки. Применить. 1024 на 768. Применить. Ползунок влево. Применить. Запускаем. Ускоримся, F4, чтобы пошустрее прошли все наши заставки. Так, старт. Так, пускай так. F4, возвращаем игре нормальную скорость. Тут слишком все ускорено. Так игра выглядит без настроенного видеоплагина, так с настроенным. Разница очевидна, без настроенного и с настроенным. Весь экран. Все так, что ли? Это что за гигантский велосипедист? Ничего себе, встреча с ним. Вот так без настроенного видеоплагина. Вот так с настроенным. Поцеловаться со стеной было не интересно. Thank you.
Ну вот и все. Все великолепно работает. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал SPV.com. Ставьте лайки и заходите на наш сайт spvcom.com.